здесь. Шансов больше всего. Ну, не знаю, Майк. Мы уже теряли там людей. Теряли людей? Кого? Когда? Да месяц назад Эванс и Торрес за припасами ходили. Я ж тебе говорил. Ни хрена ты мне не говорил! Я говорил. Мы пошли за ними, но вход завалило. Байки стояли снаружи, везде были фрики, не помнишь? Я даже не уверен, что они попали внутрь. В чем проблема? Мы тут... посмотрели те бумаги из Кэмп Шермана. Там есть шахта, которую собирались расширять. Конечно, и там наверняка осталась взрывчатка. Да. А теперь Шиза говорит, что мы уже потеряли в этой шахте двоих. Эй, нет, Майк, я не это сказал. Слушайте, я... Ну, давайте карту. Я заберу взрывчатку да и поищу ваших сбежался. Людей. Эй, ты чё психуешь-то? Вот ты ему веришь, Майк, а я нет. Скажи, сколько Такер сейчас отстегивает за ящик динамита? Ты мне это прекрати, он дело делает. Правда? И какое дело? Херит нам договор с упокоителями? Берет Рики и едет тусоваться хрен знает где? Что он делает, а? А ты что делаешь, а? На жопе сидишь, пока все пашут. Я охраняю лагерь. От грабителей, воров и всяких намадов. Эй, а ну-ка хватит! Хватит! Вот что, не доверяешь? Пойдешь с ним. Но только помни, и ты тоже. Помните, мы тут все из одного лагеря. Ладно, как скажешь. Утром возьмем байки и поедем. Сейчас поедем. Сейчас? Да. Прямо сейчас посреди ночи? Ну да. Пока темно, будет меньше фриков внутри шахты. А, точно. Пока ты маялся дурью и гонялся за черными вертолетами, стал экспертом по фрикам. А что, надо быть экспертом, чтобы знать, что фрики выходят по ночам? Так, да? Ну ладно, все, прекратите. Ладно. Ладно. Хочешь сейчас, поехали сейчас. Но карта будет у меня. Охренеть. Послушай, у него есть тараканы, но это как у любого из нас. Но он знает, что делает. Скажи это Торресу с Эвансом. Так это люди Майка оставили? Мои люди. Ну да. Торрес и Эванс. Они не намады, но водище все же выходили. Я думал справиться. Ошибся ты, походу. Водище давно поделено. Повсюду гребаные мародеры. Шиза, скажи-ка, а почему ты не забрал их добро, когда приходил сюда их искать? Потому что тут были фрики. Понял? Типа таких. Только их было больше. Идем. Вон там фаеры. Да. Дай ключи. Какие эти, что ли? Да, давай сюда. Эй, 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 слушай, а давай ты лучше покажешь дорогу до сейфов, а я их открою. Возражения есть? Никаких. Только не потеряй. Да, я очень постараюсь. Давай, толкай! Толкаю, толкаю! Так, используй этот валун. Есть! Вот так. Фу. А выдержит? Цел? Да нормально. Твою мать. Да, проскочили. Да. Ну все, назад пути нет. Пошли. Нам туда. Сюда. Что? Твои люди. Да. Торрес этот свой дурацкий жилет вообще не снимал. Говорил ему. Такой ядреный цвет тебя однажды погубит. Так оно и вышло. Его друг потерял руку и умер. А Торрес неделю его ел.
С тобой бывало такое? Есть грани, которые я еще не перешел. Я тоже. Отойди-ка. Фликом их не оставлю. Идем-ка на выход. Галяк, пусто. Черт. О, ты что, мне не веришь? Конечно, как себе. Идем. Может, все в одном месте сложили. Проверим второго. Сюда. А ну, кто здесь? Выходи! Покажись! Шиза, лучше убери пушку. Ты что, долбанулся? Не понимаешь, что ли? Один выстрел. Один. И все фрики из этих туннелей тут же нагрянут сюда к нам в гости. Ты же говорил, что ночью тут не будет никаких фриков. Что за хрена? Бери! В него не попасть! Вот сука! Эта тварь ключи утащила! Черт! Вроде это все. Кто-то говорил, ночью не будет. А я не говорил, что будет, если выстрелишь! А что мне было делать? Бросаться камнями? Что было делать, придурок? Меня слушать в другой раз! Бей этим. Как угодно. Спасибо, скажи. За что? Что спас тебе жизнь. Если бы ты не сбежал, спасать бы меня не пришлось. Мы дело-то закончим? Да, пора бы. Идем. Покажи. А, неплохо. Старик будет очень доволен. А он тяжелый. Это как понимать? Ты знаешь, старика. Сам видишь. Давай вместе. Ну-ка. Спасибо. Он думает, что договор с упокоителями нас защитит. А по правде, срать им на этот договор. На нас они не нападают потому, что слишком заняты на севере. Копленд, Хот Спрингс. Знаю, я был там. Тогда сам понимаешь, они еще нагрянут. А наш Майк просто не станет им мешать. Позволит этим лысым недоделанным фрикам утопить нас всех в крови. Майк так не поступит. Думаешь? Давай. Никогда еще так не радовался солнцу. Да уж, я опять с тобой согласен. Уже второй раз за день. Погоди-ка. Там кто-то есть. Эй, тут бай. Внутри кто-то есть. Эй, ты что, прячешься? Штаны наложил. Мародеры. А, готовься. Эй, я что сказать хочу. Когда вы с Бухарем приехали в лагерь, и Майк вас принял с распростертыми объятиями, я думал, у него маразм, старик-то наш уже не тот. Ну и к чему ты клонишь? Я к тому, что мы с тобой друг друга поймем. Я это вижу. Ты сам знаешь, если Майк не опомнится, лагерь наш полгода не протянет. Я жду, когда ты перейдешь к сути. Слушай, я на тебя, конечно, наезжал. Что уж поделать. Но все видят, что ты сделал для друга, что делаешь для лагеря. Скоро все изменится. Когда Майк, скажем, пойдет отдыхать, мы с тобой станем править лагерем вместе. Мы с тобой правим лагерем. Значит, вот к чему ты ведешь. Да ты слушай, придурок. Слушай внимательно. Ага. У меня много друзей в совете лагеря, и они согласны. Готовы отправить старика на покой. Ни хрена, Рики никогда на это не купится. Да он рохля, как и старик. Железный Майк тебе доверяет. И это ошибка. Одна из многих.
которую я не допущу. Да, я понимаю, что мы все хотим выжить, конечно. Но есть грани, которых я еще не перешел. Например, ударить друга в спину. Одна из них. Лучше у старика, чем весь гребаный лагерь. Ты подумай об этом. Бухарь, ты на связи? Да, Дим, только вернулся с работы. Опять полдня таскал Федора с дерьмом. Вот сволочь этот Шиза. И с тобой, брат, я скучаю по всему этому. По одищу. Что поделываешь? Все гоняешь? Так, о чем была речь? Что поделываешь? Все гоняешься за Нера? Высматриваешь вертолеты? Ага. Ну и как? Узнал что-нибудь про Сару? Нет, пока нет. Сколько ты будешь терпеть? Он тебя разводит. Нет, он выясняет. Просто нужно время. Я к тому, что не надо зря тешить себя надеждами. Конец связи. Короче... Надо закончить. А, переби! Вот так. Что, понравилось? Я знаю, что ты здесь! Отнесу. Эйк, на связи? Я смастерил для тебя пару вещиц. Заскочишь? Бухарь, спасибо. Да, я заеду как смогу. Отбой. Вот ты где! Бегай, бегай, скоро добегаешься! Да, к нему! Заходит сбоку! Сбоку, сбоку заходит! Сейчас, заряжаю! Дик, слушай, есть работа. Рики, привет. Ладно, заеду, конец связи. Ну, слава богу. Мало боеприпасов. Что, нравится, а? Приколись, кое-кто может и выстрелить в ответ. Свободный Орегон. Правда освобождает. Сегодня поговорим о наркотиках. Я не люблю это дело. А тут человек становится тупым, покорным тормозом. В 96-м году распространение в Центральной Америке кокаина обвинили ЦРУ. Да, вот так они управляли массами, чтобы получать свой кусок жирного пирога. И вот, откатав эту схему там... Федералы решили сделать наркоманов из нас, честных американских налогоплательщиков. Они везли сюда кокаин из Южной Америки целыми самолетами, грузили его народу бочками, чтобы держать нас на точках. Куда бежишь? Под кайфом, под пятой своих дорогих ботинок. Они наживались на нашей беде. Федералы делали на нас миллионы и вбухивали бабло в свои секретные операции, попутно разрушая нашу страну. Но, к счастью, больше мы под дурью жить не будем. По крайней мере, мой народ. Поверьте, трезвыми целее останетесь. С вами Марк Копланд. Это радио «Свободный Орегон». Не верьте лжи.
Да? Тебя когда-нибудь резали? Останешься без руки, может, тоже захочешь выпить бутылку? Или две, или три. А пока что сиди да помалкивай. Выходи! Я что-то видел. Пойдет. Это люди. Где пустой? Здесь. Я что-то видел. Одна гнида осталась. Всех уложил. Вот так вот. Теперь... Уже вас застали врасплох. Что нравится? Пригодится. А, у таких ребят наверняка должно быть подземное убежище. А вот и люк. Я так и думал. Карта. Они тут все подробно разметили. Инструкция. О! Снайпер засел на дороге, чёрт! За ним!
нравится, долбанный снайпер? Поправимо. Готово. Помогите! Мне нужна помощь! Эй, сколько намадов вы за сегодня? У вас на лбу написано. Все будет хорошо. Ты хочешь тут сдохнуть? Слушай, рядом есть лагерь. Нет, нет, где? Где? Я пойду. Иди к Lost Lake. Спроси Рики Патил. Она тебя впустит. Господи, спасибо огромное. Я думал, тут и умру. Скажи, что прислал Сент-Джон, Дикон. Они меня знают. Ладно, беги, только аккуратно. Он свой. Вроде бы все. Где Бухарь? Я не знаю. В смысле не знаешь? Он был с тобой. Ну, был, а потом свалил куда-то. Хрен его знает. Шиза, ты чего мне втираешь, а? Отвали. Слушай, он взял бутылку виски и сказал, что идет домой. И все. И ты его даже не остановил. Вот ублюдок. Эй, мы пытались, но иногда человека надо отпустить. Надо понимать, когда он спекся. Дик, давно не видели. Эй, Дик, можно тебя спросить? А что, я могу тебе запретить? Нет, я слышала, что Шиза и Железный Майк крупно подцапались. Не знаю, что происходит. То есть, говорят разное, например, что Шиза хочет стать главным. Но это же чушь. Слушай,
Не надо верить всему, что говорят, а то умом двинешься. Ага. Эй, Дик, береги себя. Привет. А у тебя как дела? Готово. Рики, ответь. А в чем дело? Бухарь ушел и не вернулся. Черт, ты за ним выехал? Тебе помочь? Нет, я сам его найду. Сейчас тебя открою. Бухарь, ты меня слышишь? Бухарь! Да, Дик. Да, я тебя слышу. Где тебя носит? Стемнеет уже скоро. Где? Я на ферме. Я на ферме. Господи, жди меня, я сейчас приеду. А, ждать здесь? Да, да, я понял. Нет проблем, я тут на ферме. Старый маг на ферме жил. Черт. Надо же. Так, вот эта ферма. Рики сказала, бригада была здесь. Бухарь! Слышишь, бухарь! Черт! Вот эта ферма. Эй, где Бухарь? Кто? Здесь никого нет. На сегодня работа закончена. Нет, он еще здесь. Здоровяк, однорукий. Да, я понял, о ком ты. Он пошел в ту сторону, к тому старому дому. Я думал, за ним кто-то приехать должен. Увидишь его, скажи, пусть ждет тут. И сообщи мне или Рике. Ладно, не вопрос. Бухарь! Ты меня слышишь? Бухарь! Где тебя носит, Бухарь? Шиза сказал, у него бутылка виски. Куда он мог пойти, чтобы нажраться виски? Может, на ферму улизнул?
наверное. Бухарь, ты здесь? Нет, не здесь. Ну да, посидеть, книжку почитать. Бутылка виски пустая. Секундочку. Упаковка пива? Посмотрим поближе. Что тут у нас? Я на верном пути. Бутылка пустая. Он идет в ту сторону. Черт. Шиза прав. Он идет домой. Идет пешком. Он не мог уйти далеко. Мне нужен мой байк. Бухарь! Бухарь! Здорово! Как дела, старик? Бухарь, ты сказал, ты на ферме. Я вот приехал, и тебя тут нет. Это какая? Так это я на другой ферме. Я пошел на другую ферму. Я тут нашел упаковку пива, и я решил сходить прогуляться. Ну, типа, закатом полюбоваться, все дела. В общем, я дошел до другой фермы. Вот. Старый маг на ферме жил. Черт! Ух, ты что там делаешь, придурок? Вон еще бутылки. Пустые. Смотри. Ясно? Значит, ты не в амбаре. Дом. Ну, дом с амбаром вряд ли справишь. Бухарь, ты здесь? Бухарь! Наверху. И куда теперь? Еще одна спальня. Ладно, где? И еще одна бутылка. Тут мокро. Лучше не знать. Бухарь, ты где? Бухарь! Дик, а я думал, ты приедешь сюда, выпьем с тобой пивка, прогуляемся. Так, скажи мне, где ты? Посмотри по сторонам. Что ты видишь перед собой? Что там рядом? Дай мне хоть ориентир какой-то. Да все я сказал тебе. Ой, ты смотри, прикольно. Что там? Что у тебя там прикольно? Дорога. Дороги нет. Да надо же! Как будто кто-то пришел и, не знаю, просто смел ее нахер. Дороги нет? Ну, это как будто кто-то пришел и смел дорогу нафиг. Я иду себе, иду, и друг, бац,
кончилось. Куда? Куда ты идешь? Домой. Я иду. Домой. Будь там. Просто оставайся там. Спрячься только. Услышишь мой байк, вылезешь. Я еду. Я ни от кого прятаться не буду. Я иду домой. Дик, домой. Чтоб тебя, Бухарь. Дорога разбитая. Не мог быть далеко. Где тут дорогу размыло? Это что? Еще одна бутылка. Это здесь. Есть. Это точно он. Стоп, нет, не сюда. Посмотрим, что тут у нас. Вот его следы. Нашел. Байк нужен, чтобы его увезти. Мне нужен мой байк. Бухарь, ответь. Я уже рядом. Я пошел по твоим следам, как ты меня и учил. Бухарь, ну хватит. Подожди ты на месте, а? Вот он! Не поздновато гулять? Дик, как дела, приятель? Ты далеко собрался? Домой. Чего непонятно? Но мы не можем сейчас вернуться на гору Али. Да пошел ты нахер со своей горой. Я иду в Фервал. Короче, все, пошли. Не, братан, давай-ка не хочешь мне врезать? Тогда давай, вставай в очередь вот за этими. Налетай! Ну что, это все? Значит, мы сдохнем вот так. Да, сейчас разбежался. Ну, Бухарь, а? Бра. Помнишь? Когда погибла твоя жена. Что я тебе сказал, моя Джо? Что я тебе сказал? Ты сидел с полупустым ящиком вискаря и собирался убиться до смерти. Что я тебе тогда сказал? Ты взял бутылку и выпил залпом. Она была полная. Сказал, что если уж убиваться насмерть, то ни в одно рыло. Так будет по-братски. Ну так что, Бухарь? Это все? Мы сдохнем вот так? Хрен с ним, погнали отсюда. Быстрее, гони! Гоню я! Давай еще быстрее! Там машины разбиты. Да я вижу, блядь! Черт, фрики! Да уж заметил!
Это последний. А, теперь все нормально будет. Ну да, я знаю. Я и не сомневался. Эй, эй, Дик! Бухарь, слушай! Не, я просто хочу сказать. Спасибо, братан, от души. Бухарь, я его уже видел. Заткнись и послушай. Ты приехал сюда и спал. Ну, оклемаешься? Конечно. Меня уже моя коечка зовет. Так давно не заглядывал. Блэр, как поживаешь? Дик, слава богу. Мой что случилось? Тебе знаком некий Джошуа Харпер? Харп? Да, знаком. Тебе никогда поможет, этому козлу не доверял. У него еще бандана такая черная, все на голову ее наматывал. Как хипстер, да? Да, и чутье тебя не подвело. Он пристрелил Дэна Лейна в спину, проигравшись карты, и слинял. Боже, куда слинял-то? Патруль видел, как он направляется на юг. Они побоялись к нему подойти. Думаю, он присоединился к группе намадов. Мне очень-очень нужна твоя помощь. Я понял. Разберусь. Я отметила место, где его видели. Спасибо, Дик. Сто лет тут прошло. Эй, Дикон! Бас, как жизнь в лагере? Вот, как новенький. Ты его нашел? Да, Рики, нашел. Как он? Где мой гаечный ключ? Скажем так, завтра у него будет зверское похмелье. Похмелье? Приму к сведению. Я как раз хотела навестить его в 6 утра. Да, да, слава богу. Он заслужил. И я очень рада, что он живой. Эй, Рики, я... У меня к тебе просьба. Ага, какая? Насчет руки Бухаря. Ты вот крюк сделала, и он классный. Но было бы очень круто, типа, вместо крюка, ну, не знаю, прикрепить нож. Ну, короче, клинок, понимаешь? Ого, но... погоди. Помоги. Спасибо. Ну, так... Ага, я извиняюсь. Ну, ты... Хочешь, чтобы я сделала протез с клинком для Бухаря? Ну да, вдруг понравится, почувствовать себя, ну... Типа как боевой робот? Ну, не то чтобы прям как... Да ладно, я стебусь. Это крутая идея. Гляну, что у меня есть, и скажу тебе, что мне нужно. Идет? Идет. Супер. Я вот все думаю про фриков. Они боль чувствуют? Или хоть что-нибудь? Черт, не знаю. Надеюсь. Секунду, я сейчас.
Так. Дик, есть для тебя кое-что. Привет, Майк. Слушаю. Рикки дала мне список, сказала, что для Бухаря. Просила связаться с тобой. А сама она где? Там у них с Эдди какие-то дела, я не спрашивал. В общем, нужна труба из оцинкованного металла. Такие на стройках бывают. Еще нож из углеродистой стали охотничий. Еще металлолом. Ты понимаешь, зачем ей это все? Ты сам сказал, лучше не спрашивать. Конец связи. Так, что мне нужно? Нужен нож, труба и металлолом. Господи, Рикки. Труба. Ну, какая попала, не подойдет, да? Нужна труба с какой-нибудь стройки. Стоп, секундочку. Я вроде видел недостроенный дом в Мэрион Форкс. Вот там надо поискать. Бухарь, слышишь меня? Это Дик. Спит, наверное. Дик, это ты? Черт, извини, не хотел тебя будить. Брат, целый день лопатой махать. Я после такого моментально врубаюсь. Что происходит? Просто хотел узнать, как ты там. А то вдруг ты опять решил прогуляться под луной, с фриками поплясать. За меня не переживай. А ты, как слышу, катаешься там где-то. Мне надо поспать. Поговорим потом, отбой. Вчера такая жуть была на осмотре. Да? Что случилось? Решили, что мой костюм не герметичен. 2 часа держали нас на обработке. Ну, хоть отпустили в итоге. Да, слава богу. А причина? Не знаю, вроде датчик заглючил. Охренеть. Датчик заглючит, а тебя уничтожат на всякий пожарный. А, знаешь, я даже думать об этом не хочу. Как скажешь. Инъектор Неро. То, что доктор прописал. Собраться. Бензин. То, что надо. Готово.
пригодится. Конечно. Oh.
Бензин кончился. Все как всегда.
Гарбер и его люди отправились в Кэмп Крик. Уверен, что справишься? Какого хрена? А ты как думаешь? Я просто спросила. Конец связи. Не будем тянуть время, ладно? Дик, ты его нашел? Да! Я слышу выстрелы. Нет, ну, в общем, фрики, они добрались до него первыми. Принеси его бандану. Люди Дэна хотят убедиться, что Харпер мертв. Да, ну, будет убить не его. Очень просто, но ладно, хорошо, сделаю, да. Наконец-то. Есть? О, черт, ну и жесть. Пойду поговорю с Рикки. Заберу свои кредиты. Ah!
Привет, Рики. А вот бандана Харпера. Ну и жесть. Да, и я так сказал. Спасибо, Дик. Я сообщу людям Дэна. Купишь что-нибудь? Бас, как дела? Черт, тебе нужны тонны топлива. Вот, как новенький. До встречи, Дик. Смотри, куда прешь. Извини. Прилягу ненадолго. Нормально. Эй, Дикон! Эй, как думаешь? Притча. Погоди, я вспомню. Сент-Джон, это Лос Блейк, прием. Да, Майк, Дикон на связи. Я слышал, ты нашел Харпера. Я надеялся, что ты доставишь его живым для суда. Ну, я... Прости, Майк, он... Короче, меня опередили фрики. А, черт, Рики мне не сказала. Харпер был из тех, кому никогда нельзя поворачиваться спиной. Но даже он такого не заслужил. Да, Майк, я согласен, но... Знаешь, Дэн Лейн тоже не заслужил пулю в спину. Вот тут ты прав. Ладно, Дик, до связи. Черт! Не-а.
Лей на дороге. Хоть и нет машин, зря он сюда полез. Так, надо осмотреться. Ну, куда? Все, не уйдешь.
То, что надо. Готово. Зеленый свет. Зеленый — это хорошо. Черт! Сейчас они все сюда сбегутся. Thank you.
Это последний. Ага. Ладно. Посмотрим. Микрорегистратор. Господи, что это за вонь? А, ну да, ты же новенькая. Они включили вигвам топ. Что-что? Вигвам топ. Вон, видишь? Вон она. Выглядит, как огромная ржавая солонка. Ну, я ее уж точно чую. В 60-х в таких сжигали опилки. Они работали 24 часа в сутки. Как миниатюрные вулканы. А теперь сжигают трупы. Я думаю, это последняя партия из фаервола. Они ее вырубают. Нас перекинут к захоронению в Iron Build. Ну, хоть вонять так не будет. Будем надеяться. Инъектор? Крутые у Нера штуки. О! О! Вот это да.
Все нормально. Открываем. Дик. Эй, Мэнни. Пока. Веришь ли? Если что нужно, ты всегда заходи. Мэнни? Мэнни? Давай, до встречи. Грабежи начали. Еще что-то конкретное? Хуже было другое. Вот теперь все как надо. Я эту пушку приведу в порядок. Стреляли во всех, показался им псих, не понимая, что они сами такие. Больше ничего? Я неплохо. На глазах у ее детей. Она убила человека, хотела забрать его продукты. Дети были заперты в машине. Я стал ее открывать, чтобы взглянуть на них, понимаешь? Ладно. Они были... Ну, увидимся. Жуткое дело. Что надо. Ну вот, порядок. Передохну чуток. Можно снова в бой. Рация включена. Я смастерил для тебя пару вещиц. Заскочишь? Бухарь, спасибо. Да, я заеду как смогу. Отбой. Thank you.
Где тут металлическая труба? Что тут произошло? Осталось тут после них хоть что-нибудь стоящее? Вот она. А, подойдет. Нож. Где мне искать нож? Так-так, я где-то видел магазин снаряги для охоты. Надо только найти нож. Посмотрим поближе. Вот ты где. Ладно, посмотрим. Навык не растерял. Это люди! Отлично. Нужен металлолом. Что надо. Готово. Этого должно хватить. Ну вот, осталось отвезти всю эту хрень Рики.
кто-то есть. Открываем ворота. Эй, как думаешь, Фрики что-нибудь помнит? Привет. Привет. Я тебе принес все детали. Круто. Я что-нибудь придумаю, ты зайди потом. Рики. Спасибо. Ну, бухарь теперь наш. Привет. Как дела, Дик? Джо. Да, отлично. Пока что это все. Пока, Дик. Давай, берегись. Привет, Дик. Как дела? Привет, Блэр. Как торговля оружием? Отлично. Ага. Ага, ладно. Тот, кто это продал, сказал, оно неплохое. Ясно. Что тебе нужно? Найдется все. Ясно. Эй, заходи почаще. Сейчас тебя открою. Протез готов. Я попросила Эдди прислать ко мне бухаря. Круто. Спасибо, Рики. Скоро буду. Конец связи. Гарантия 30 дней, возврат денег, при условии, что ты не притащишь это обратно. Ага. Эй, Дик, береги себя. Вставляй прямо. Ладно. Вот сюда. Ладно, поняла. Сейчас закреплю, ага. Так лучше. Так. Эй, брат, глянь, что она сделала. Новая игрушка. Ну, придумал ты, Дик. Это реально круто, бухарь. Эй, я теперь прямо, прямо как мушкетер. Защищайся, сраный покровитель. Ну вот этого, наверное, делать не стоило. Ну да. Ага. Есть охрененные товары. Бас, как дела? Дикон Сент-Джон, как дела? Первый фрик. Я была на работе, как выяснилось, последний день. Стояла за прилавком в маленькой кофейне Фэрвей. Звучал сигнал тревоги. Сент-Джон, слышишь? Это Убрайн. Сейчас. Мне надоело бегать по твоим поручениям. Ты узнал или нет? Да, я узнал. Ну так выкладывай. У меня к тебе еще всего одна просьба. Ты что, не слышал, что я сказал? С меня хватит. Одна просьба, потом встретимся с глазу на глаз, и я все покажу. Забудь. Сара Ирен. У нее было второе имя, так? Сара Ирен Уитакер. Так указано в ее личном деле. Одна просьба. Всего одна просьба. Координаты выслал. Конец связи.
Привет. Привет. Торопишься куда-то? Да. Помнишь, я говорил тебе про того гада из Нео, про О'Брайена? Он что-то выяснил, но сперва у него, конечно же, еще всего одна просьба. Ну, удачи. Поехали со мной. Я? Да, но... Меня ж на огород послали. Выращивать странную траву всем на корм. Это подождет. Я потом тебя подброшу. Давно ты видел вертолет? Скажу, ты выкрутил мне руку. Хорошая шутка, я оценил. Куда мы едем? В сторону Милаква Лейк. Знаешь, где это? Да, это к северу от тоннеля Кэмп Роу, рядом с Уолда Роу. Зачем туда? Там должен приземлиться вертолет Нера. Что-то они там будут делать. О'Брайен просит выяснить, что им там понадобилось. Значит, О'Брайен. Он теперь типа твой начальник? Приказы раздает? Нет, Бухарь. Ты знаешь, зачем мы это делаем? Просто, по-моему, если он велит прыгнуть, ты спросишь только, откуда. Все совсем не так. Как твои дела-то? Неплохо. Бывало и хуже, знаешь. Грядки, болоти и все такое мне даже нравится. Прям как в детстве. Я на лето всегда ездил на дядину ферму на границе с Айдахо. Карпатился на грядках со свеклой. У него был маленький кроссовый мотоцикл. На нем я и научился. Как доберемся, держись рядом. И главное, не показывайся на глаза. Им дай только повод пострелять. Ладно, ладно, я понял. Не шуметь, рта не раскрывать, на рожон не лезть. Спасибо, что взял меня с собой. Приятно снова гнать по дороге. Хоть и пассажиром. Ха, да. Так, держись рядом. Прикрою спину. Давно я этого не слышал. А, вот он. Сообщите, как зачистите зону высадки. Не думал, что еще когда-нибудь их увижу. Значит, в смысле, в небе. Нужно перекрыть все. Ладно, теперь смотри. Поняли? Сначала выходят солдаты, работаем. Делают обход сектора. Потом их вундеркинд, исследователь, ученый или кто он там. Выходит, осматривается. Для чего? Ну, какой-то научной хренью они тут занимаются. Мне-то откуда знать? Ну, ты же за ними следил. Так, жди здесь. Хорошо. Иди назад к байку.
Ты слышал, что было по рации? Ну да, слышал. Наши налоги идут на собирание дерьма фриканов. Да, я и говорю, хер знает, что эти гады там мутят. У них наверняка должна быть где-то база. Не просёк, где они? Они всегда уходят на юг и скрываются за горами. По трассе ходу нет, так что не подберешься. От сволочи. Вот уж у кого явно совесть нечиста. Да. А куда мы вообще? Хороший вопрос. О'Брайен, прием! Ответь, О'Брайен! Слышу тебя. Ты закончил? Да, все готово. Где встречаемся? Я не ждал тебя так рано. Сейчас скину тебе координаты. Но мне нужно время, чтобы туда добраться. Конец связи. Ну, зашибись. Он думает, я тут типа прохлаждаюсь. Ну чё, походу ты прав. Он тот еще козёл. Здесь. А то увидит, что я не один. Может психануть. Ладно, пригляжу за байком. На уродов из Нера сегодня уже насмотрелся. Хорошо, я скоро буду. О'Брайен сказал, он должен мне кое-что сообщить. Он знал ее второе имя, Ирен. Неужели она жива? Но он-то выжил. Так почему она не могла, а? Вот он. Ну? Блин, да что ж ты все подкрадываешься? Что узнал? Итак, я сейчас тебе все расскажу, но новости плохие. Я нашел человека, он покопался в файлах, которые мы... Они хранили, ну, пока еще что-то фиксировалось. Я понял, дальше. В общем, Сара Уитакер, твоя жена, поступила в полевой госпиталь в Солончаках Силвер Лейк. Там ее 6 часов оперировали, а потом... Значит, она выжила. Рана была не смертельная. Да. Судя по данным в архиве, она полностью восстановилась, и ее перевели в другой лагерь, на крайний случай. То есть она... Она может быть жива. Так значит, она сейчас может быть где-то... Нет. В каком смысле нет? Лагерь уничтожен. Все было уничтожено. Никто не выжил. Но ты выжил. И они выжили. Слушай, никто не смог бы спасти тот лагерь. Эта трасса 97 была и остается артерией. Зараженные фрики ломанулись толпой из Лос-Анджелеса и пригородов из Сакраменто. Их были тысячи, много тысяч. Мы ничего не могли сделать. Вы свалили, а кого вы взяли с собой? Персонал Неро, федералов, людей с правом доступа. Персонал Неро? Это типа солдат, что ли? Тех, которые должны были защищать гражданских? Ничего не сделать. Да, слишком много. Я хорошо знаю, что такое мы орда. Мы ничего не могли сделать. Знаешь, что вы могли? Могли взять с собой кого-нибудь. Могли спасти хоть кого-то. Да у нас вообще не было времени, не было места. Да они и так все между собой передрались. Я все понял. Я очень тебе сочувствую. Да я, в общем, всем нам сочувствую. Но ты сам подумай. Если бы ты тогда не посадил ее в вертолет, она бы умерла в считанные часы. Ты все правильно сделал. А если бы ты остался рядом, ты бы просто погиб вместе с ней, да и все. Ты думаешь, я этого не знаю? О'Брайен. Спасибо тебе, что спас ее тогда.
Так тебе жаль? Да, О'Брайен, тебе жаль? А, черт, я только время тут теряю. Ну, здрасте. Бухарь! Бухарь! Ну, твою мать, где ж тебя носит, придурок? А, черт. Ладно. Бухарь, куда ты подевался? Ботинки. Это его следы. Так, надо осмотреться. Это что такое? Само собой. Что тут у нас? Так, сюда. Дик, ты слышишь? Это Рикки. Дикон Сент-Джон. Да, Рикки, я здесь. Что такое? Тебя тут искал Шиза. Он сказал, Бухарь не вышел на работу. Я волнуюсь. Все нормально. Он со мной. У нас тут дело. Передай Шиза. Мы будем через час. Хорошо. У меня почти все готово, чтобы заняться трансформатором. Уговор в силе? Да. Да. Ты тогда скажи, как соберешься. Горячая вода. Я тогда из душа просто не вылезу. Да, хорошо. Звучит здорово. Слушай, Рикки, мне пора. Конец связи. Ну, куда? Навык не растерял. Сюда! Бухарь, ну чё за хрень опять? Я думал, тут малый затарится, гляжу, упокоители, прикинь, убивают собак. Тихо, тихо. Он не заражён. Он... Чёрт! Он обычный пёс. Они по приколу убивают здоровых собак. Потерпи. Ты... Дик, нет, нельзя его так оставлять. Так нельзя, нет, ладно, нельзя. Ладно, короче, давай я сейчас. Правда? Ты можешь. Ну, дружок, тихо, тихо, не бойся. Сейчас Господи, я... Господи, Дик. Вот, блядь. Ничего. Сейчас я тебя... Потерпи, дружок. Все. Готов? Ну да, брат. Я готов. Убить ублюдка! Он убил! Ладно. Все, есть. Ага. Надо зарядить! Все нормально? Ну да. Вроде это последний. А, ты прям разочарован. Я просто ненавижу этих мразей, понимаешь? Да-да-да. Пойдем. Пора уматывать отсюда. Объясни мне, что это было. У тебя как будто, не знаю, как будто башню сорвало. Не знаю я. Наверное, я просто хотел им отплатить. Хотя в расчете мы с ними никогда не будем, понимаешь?
Если бы ты не сделал для меня эту штуку, ну, в смысле, руку, не знаю, что бы со мной было. Наверное, я бы... Ну, короче, сам понимаешь. Но ты привыкнешь? Да, а куда деваться? Выбора-то ни у кого особо нет. Ну да, ладно, пошли. Твой байк. Как все прошло? О чем ты? Ты знаешь о чем? Тот хрен в скафандре, что он сказал? Да, неважно. Выкладывай давай. Бухарь-то вот сейчас зря это затеял. Да на. Думаешь, я тебе одной клешнёй не наваляю? Кали, что он сказал? Отвали. Что произошло с Сарой? А? Где твоя жена? Ах ты, сука! А? Полежи, брата. Хватит! Где твоя жена, Дик? Она умерла, Бухарь. Сара умерла. Да. Твоя Сара давно умерла. Ты не думаешь, что хватит о ней скорбеть? Боже. Я думаю, что у тебя зверский левый хук. Козлина. Ну, правого-то нет. Вставай. Пора мне назад в огород, это лагерь вымрет с голоду. Ладно. Только левый ход. И при этом я тебе вломил 3 раза подряд. Куда едем? В лагерь. Не-не, у меня сейчас смена. Подбросишь меня? Это к северу от Кем Шермана. Ладно. Ночью она умерла. И ни ты, ни кто-либо другой не смог бы ничего сделать. Я должен был быть с ней. И чем бы это помогло? Ладно, все, хватит. Шиза, ты на связи? Лагерь Lost Lake. Шиза! Да, да, что там? На нас напали! Эй, где твой друг? Он не пришел на работу сегодня. Что творится? Да ты просто заткнись и послушай! Я повез его на работу, и на нас напали! Упокоители! О, Господи, где? Рядом с Кэмп Роук! Сообщи Железному Майку! Карлос идет сюда, и он не остановится! А о чем я ему толдычил? Месяцами! Да, я ему сообщу. Мы движемся в сторону Тумала. Через пару минут Бухарь будет на месте. Прекрасно. Он пропустил полсмены, так что придется отработать. Заткнись, Шиза! Слушай, Дик, Кэмп Рук, это ведь в противоположной стороне от Тумала. Выбрали дорогу покрасивее. Отбой! Урод. Козел на Шиза. Нет, Бухарь! Нет! Тут ворот. Кто-то есть.
Давайте, ребята. Ну, работаем. Энергичней. Кто не работает, тот не ест. Да, да, уже. Эй. Надо собрать урожай, иначе... Спасибо тебе. Вот так. Лос-Лейк. Дик, слышу тебя. Майк? Хорошо, слушай. Погоди, у нас с Бухарем вышла стычка с упокоителями. Они... На стол целую связку с упокоителями? 150. Вы что, были за Айрон Ридж? Я же сказал! Ты слушай, Майк. Они были здесь, в Кэмп Роук. В Кэмп Роук? Упокоители в Кэмп Роук? А это точно были они? Майк, ты что? Их, знаешь, трудно с кем-то спутать. Все такие шрамы и мания убивать все, что движется, как-то наводит на мысль. Ладно, успокойся. Мы договорились о встрече с Карлосом. Завтра Шиза поедет в Iron Butte. Он выяснит, что тут творится, и потом мы... Ты посылаешь на переговоры Шиза? О, господи, Майк! Я без тебя знаю, как управлять лагерем. Я сказал, у нас с ними будет мир. Конец связи. А черт, как скажешь, Майк, как скажешь. Шиза прав. Ты вгонишь всех в могилу. Топливо у меня найдется. А топлива-то все меньше. Возвращайся. Спасибо, что зашел. Привет, Дикон. Привет, Что Олкай. Тебе надо? Что интересует? Ладно, я тебя понял. Если что понадобится, обращайся. Ты же Дикон, да? Эй. Зенни, руки как? Чистые? Сейчас открою. Ты где, брат? Привет, Бухарь. Я направляюсь в Мэрион Форкс. В Мэрион Форкс? Это еще зачем? Потому что я решил... Да все, как ты сказал. Хватит уже о ней скорбеть. Пора попрощаться. Ты поедешь к часовне? Не знаю. Наверное. Господи, Дик. Это в последний раз. Обещаю. Огонь. Дикон Сен-Джон, это Ада Такер. Прием. Дик, слышишь меня? Привет, Такер. У тебя ко мне дело? Ладно, я заеду. Отбой. Копленд, да-да, я здесь. Я так понимаю, у тебя для меня дело? Ну ладно, я заеду. Конец связи. Это радио «Свободный Орегон». Правда освобождает. Чего хотят Неро? Они исчезают на 2 года, а потом возвращаются с пушками. Не пытайтесь узнать. Вас убьют. Да, в общем, и так все ясно. Я видел, как они рыщут в округе. Думаю, что знают лес лучше меня. Они что-то делают с фриками. Выслеживают, изучают, наблюдают. Записывают что-то в свои блокнотики. А знаете зачем? Информацию собирают. Хотят знать, когда эти твари вымрут от голода.
Или, может, пытаются вычислить, когда федералам можно будет покинуть свои норки и снова прибрать к рукам всю власть. Впервые фрики играют нам на руку. Чем дольше они продержатся, тем дольше федералы будут гнить в своей каменной темнице. Мир уже не принадлежит нам, но благодаря... Нет, я не в настроении. Привет, это снова я. Тут, короче, такое, ты просто не поверишь. Ты же помнишь ту ночь в Эрвале? Ну, то есть понятно, что такое, хрен забудешь. В общем, тот тип из Неро, О'Брайен, он жив. Вот такие дела. Я, честно говоря, даже подумал, что, может, и ты где-то живая. А я тут, типа, такой, как идиот, хожу сюда с тобой разговаривать. Хотя я и правда идиот, ведь ты же не здесь умерла. Но мне очень жаль, что меня не было с тобой, когда тебе делали операцию. 6 часов, господи, мне О'Брайен сказал. Ты всегда была сильной. Короче, мне жаль, что меня не было рядом. И когда на ваш лагерь напали тоже, надо было мне быть там с тобой. В общем, Бухарь приходит в себя. Я вроде уже сказал, что он потерял руку. Долбаные упокоители его изувечили. И мы до сих пор сидим в Лос-Лейк. Судя по всему, мы еще долго там пробудем. Вот так вот. Он сам как заноза в заднице, ты же знаешь. Тот на днях он напился до чертиков, пошел один домой. Господи, ты бы его видел. Не знаю. Я за него волнуюсь. Ладно, мне пора. Так что... Да. Я еще вернусь. Пока.
Только не церковь Сары. Стреляй, кто-то! Это все, что ли? Ага. Это люди! Вы готовили брачные обеты? По традиции, первым говорит жених. Я начну. Дик, мне так жаль, что никто не пришел. Видно, разозлили мы всех. Обе стороны. Не то, чтобы всех... Пусть это будет свидетельство моей любви. Для тебя я откажусь от всего. И всех. Это кольцо – символ моей любви. И оно бесценно. У него нет начала и нет конца. Это кольцо. Мое обещание. Я буду всегда любить тебя. И никогда тебя не оставлю. Можете поцеловать невесту. Да. О, одну секунду. Вот это я могу вернуть. Если обещаешь, что будешь... залезать на меня так же часто, как на байк. Ну, я объявляю вас мужем и, ну, женой. Ну, ладно, я пойду, наверное. Ну, пока! Повторится.